Мини-футбол – вид спорта, набирающий популярность. Среди юных жителей Брещины был выбран на зимних каникулах в качестве основного в Ленинском районе города Бреста. Здесь состоялся целый турнир, борьба в ходе которого оказалась бескомпромиссной и очень азартной. Самое важное для человека любого – это здоровье. Поэтому во время каникул нельзя просто сидеть на диване, лежать на кровати, отдыхать. Для того, чтобы быть готовыми к получению новых знаний, нужно быть активным. Футбол – самый любимый вид спорта, я уверена в этом, у мальчишек во многих странах, и наша страна не исключение, поэтому мы решили традиционно в рамках акции «Полезные каникулы» провести соревнования по мини-футболу. И все школы без исключения Ленинского района выставили свои команды, игры были интересными, проходили на базе школ. И сегодня прошли полуфинальные игры и финальные игры. В рамках межведомственной профилактической акции «Полезные каникулы» в начале января наша школа радушно встречает команды школ и гимназий Ленинского района на соревнованиях по мини-футболу. В этом году мы также проводили в течение 3 дней эти замечательные соревнования. Надо сказать, что наша команда проявила себя с хорошей стороны. Мы вышли в финал, и в данный момент у нас проходит матч за первое место. Это интересный досуг, это возможность пообщаться, возможность познакомиться с другими ребятами из других школ. Поэтому я считаю, это интересно и действительно важно. На базе 33-й школы состоялся финал соревнований. В нем сошлись лед и пламя. Именно такое выражение точно подчеркивает матч по мини-футболу, который мы завершили межведомственную акцию «Полезные каникулы». Юные футболисты из средних школ номер 16-33 разыгрывали между собой призовые места. С такими соперниками сильными мы еще не сталкивались. Нам было очень тяжело, и последний гол, я думаю, мы, скорее всего, забили больше на удачу. Я занимаюсь спортом. Для меня спорт очень важен, потому что не поддерживать себя в форме – это очень странно. И, ну, думаю, футбол на каникулах – это довольно важное событие, чтобы люди хотя бы немного отвлеклись от компьютеров, от телефонов. Наша команда сплоченная, сильная, все дружные, никто никого не обижает. Если даже ошибся, то ничего страшного, в следующий раз получится. Матч по мини-футболу среди подростков не менее увлекательный, чем игра в большой футбол. Захватывающие атаки, головокружительные финты и красивые передачи. Мальчишки в Бресте любят, а главное, умеют играть в красивый футбол. Так победу в турнире праздновали футболисты средней школы номер 16. Второе место у ребят из 33-й школы. И все же главным в соревнованиях стал не призовой спортивный инвентарь или место в турнирной таблице, а командный дух и воля к победе. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».